Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, коллеги. Я работаю агрономом, зовут меня Исин Хуандов. ТО «Талшкастык Агро». Находимся мы в Северо-Кастанской области, Акжарский район, совхоз «Восход». В данное время идут работы по обработке почвы, разрыхлению почвы и срыванию подплужной подошвы. Работают 5 агрегатов на данном поле. Поле составляет площадь поля 635 гектаров. В прошлом году приобретали 2 агрегата Kioni. По эксплуатации никаких нареканий на них нет. После этого руководство решило, что приобретет еще 5. И вот в данный момент они работают на этом поле. Срываем подплужную подошву на глубине 45 сантиметров. Плюс она еще разрыхляет почву и сразу же каткует. Работаем с паре 732 к 700, лошадиных сил 320, ширина захвата 3 метра. Плюс еще и 2 агрегата мы в прошлом году приобретали, 742 к 700, у них захват 4 метра, 9 корпусные, а 3 метра это 5 корпусные у нас работают на этом поле. Желаю всем коллегам, фермерам, ТОшкам взять хороший урожай в этом году и работать только качественной техникой. Ну, самое наилучшее.